Сегодня отмечается 80 лет со дня окончания Сталинградской битвы. В честь этой даты в Нижегородском театре «Вера» была представлена соответствующая композиция. В Нижнем Новгороде сейчас проживают два участника Сталинградской битвы. Это Иван Кириллович Кузьмичев, ему уже 100 лет, и Александра Алексеевна Нестеренко, ей 98. Ее сегодня посетил мэр города Юрий Шалабаев. Юрий Владимирович, садитесь. Я рядышком с вами. Отмечаем день разгрома фашистских войск под Сталинградом, да, то есть двойной праздник. Поэтому что, обо мне тут не нужно говорить? Мы сегодня только о вас говорим. Я вам на ушко пошепчу. Ладно. Вы знаете, самые яркие истории – это тогда, когда за 3 дня не стало Сталинграда. Массированный налет был фашистов. Они бомбили его беспощадно. Это непередаваемо. Это очень было страшно.